Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня видеоролик специально для вас, специально для тех, кто хочет быть здоровым, кто хочет, чтобы его спина оставалась здоровой. И для тех, у кого есть проблемы с межпозвоночными грыжами, а правильно говорить, межпозвонковыми протрузиями, именно в поясничном отделе позвоночника. А вы знаете, что грыжи в основном возникают именно в этих отделах позвоночника. И видео вам в помощь, потому что вы все прекрасно знаете, что основное упражнение, которое убережет вас и вылечит, если у вас уже есть проблемы с межпозвонковыми грыжами, протрузиями в поясничном отделе, это гиперэкстензии. И гиперэкстензия – это не тот станок, который есть практически в каждом из тренажерных залов, когда ваши ноги закреплены, а двигается корпус. Это станок для экстензии спины. Гиперэкстензии – это станок, который есть в единичных залах. Он есть практически в каждом зале для пауэрлифтинга. Он есть у тяжелоатлетов. Но его, к сожалению, нет в фитнес-клубах, его нет в тренажерных залах. Просто люди безграмотны и не знают, что именно только этот станок действует на наши позвонки декомпрессионно. Все остальные упражнения, вся остальная наша жизнедеятельность, особенно когда мы стоим, ходим, бегаем, прыгаем, действуют на наш позвоночник компрессионно. Повторяюсь, гиперэкстензия – это когда ваш корпус закреплен, а вы отводите ноги назад. Вот это гиперэкстензия. И только это движение работает как вытяжка. Работает декомпрессионно. Это очень важно. Придумал этот тренажер, изобрел его и создал великий американский пауэрлифтер Луи Симмонс. Вы все его прекрасно знаете. Он в свое время получил серьезную травму. И врачи его, как и вам, и мне, и всем вокруг, естественно, ставили крест на занятиях спортом, на карьере, о соревновательной деятельности уже, конечно, вообще не шло и речи. Но такие люди, как Луи Симмонс, надеюсь, как и вы, и я, не могли согласиться с такой глупостью. И изобрел Луи данный тренажер. С его помощью он вернулся к нормальной жизнедеятельности и даже в большой спорт, продолжая ставить мировые рекорды в приседаниях и становых тягах. Это видеообращение именно к вашим директорам, руководителям фитнес-клубов или тренажерных залов. Я знаю, мне уже написало 2 человека, что они, показывая мои ролики руководству клуба, добились того, чтобы у них в зале появился станок гиперэкстензия. Это не очень дорого по сравнению с тем, сколько стоят другие станки. Вообще этот станок недорогой, но он просто необходим. О его полезности и важности, думаю, нет смысла рассказывать, потому что все мои ролики и статьи постоянно говорят об этом, кричат об этом. Если вы покажете данный ролик и подойдете не один, а соберете петицию, хотя бы человек из 20, а чем больше, тем лучше, с подписью, что вам в зале необходим данный станок, гиперэкстензия, покажете данный ролик своему директору, хозяину, руководителю фитнес-клуба, я уверен, что большинство приобретет такой станок. Несмотря на то, что все-таки все они бизнесмены, я думаю, что они тоже заботятся о престиже своего заведения. Скажите им, покажите им, что если они приобретут вам в клуб данный тренажер, вы сделаете об этом видео с благодарностью, и я выложу его у себя на канале. Оно разойдется по интернету, по всем моим соцсетям. И мои друзья-блогеры тоже выложат эти видео. Это будет хорошая реклама для клуба, и люди будут благодарны. Будут видеть, что вы не просто владелец зала, который
хочет получать деньги от людей. Но вы заботитесь и о здоровье ваших людей, о желаниях ваших людей. И самое главное, что это действительно необходимый тренажер. В фитнес-клубах полно ненужных тренажеров. Но гиперэкстензии есть реально в единичных. И если вы думаете, что это только в России так, то вы ошибаетесь. Я уже 4-й год живу в Америке и тоже подобный тренажер вижу в очень редких залах. Я сам являюсь владельцем тренажерных залов, и в первую очередь я приобретаю именно данный тренажер. Заботьтесь о своих клиентах, и они будут вам благодарны. Купите данное оборудование в ваш тренажерный зал, в ваш фитнес-клуб. Для вас это ничего не стоит, но это убережет огромное количество людей от травм. А те люди, у которых есть травмы и которые хотят заниматься, но врачи им запрещают, смотря мои ролики, будут приходить в ваш клуб, потому что именно в вашем клубе есть такой тренажер. Друзья, мне не нужны лайки, можете ставить дизлайки, неважно, подписываться на мой канал тоже не обязательно. Но вы обязаны поделиться данным роликом со своими друзьями, да пусть даже с людьми, которые вас не знают, которых вы не знаете. Потому что все мы хотим быть здоровыми. Все мы объединены одним общим движением, железным спортом. И кто бы что ни говорил, какая ни была бы политика во всем мире, спортсмены – это самые надежные, самые достойные люди. Мы никогда не ругаемся между собой, мы всегда на любых соревнованиях понимаем и поддерживаем друг друга. Это доказано уже мировой практикой и не один раз. Надеюсь, и вы тоже, руководитель фитнес-клуба, посмотрев этот ролик, обязательно приобретете в свой фитнес-клуб и тренажерный зал данный станок. Показывайте этот ролик друзьям, показывайте этот ролик своим директорам, будет вам здоровье и сила. Люди мне присылают возможное количество и невозможное количество различных вариантов, как они вынуждены выкручиваться из положения из-за того, что у них нет станка гиперэкстензий. В одном из видео я вам соберу, покажу, смиксую, возможно, различные варианты, как выходить из положения, если все-таки ваш хозяин тренажерного зала, фитнес-клуба окажется глупым человеком и откажется приобрести вам данный тренажер. Но каждому, кто приобретет в свой зал станок для гиперэкстензий, огромный респект от меня лично, и вы получите еще большую порцию новых клиентов. Как раз таки тех, кто хочет при проблемах со спиной начать тренироваться, но не может. Только по той простой причине, что нет в большинстве залов данного тренажера. Всем пока, друзья! Верьте в себя, верьте в свое здоровье, не слушайте врачей, тренируйтесь, правильно питайтесь, адекватно восстанавливайтесь, и будет вам сила и здоровье. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока!